Порядок снаряжения магазина автомата, снайперской винтовки и пистолета следующий. Заряжающий берет магазин в левую руку, изгибом к тыльной стороне ладони, и разворачивает его лицом к себе. После этого берет патрон пулей к себе и накладывает на приемную часть магазина, одновременно досылая его большим пальцем в магазин. Аналогичным образом идет снаряжение следующих всех патронов магазина автомата. Аналогично производится снаряжение магазина снайперской винтовки. Точно таким же образом берется магазин изгибом к тыльной стороне ладони. Точно так же берется патрон пулей к себе. И точно так же досыланием большого пальца левой руки патрон вставляется в магазин. Аналогично производится снаряжение магазина пистолету Макарова ПМ. За исключением, особенностью снаряжения является то, что в отличие от магазина автомата Калашникова и снайперской винтовки, здесь необходимо накладывать патрон более ближе к обрезу пули и продвигать ее до конца в магазине. Емкость магазина на автомат Калашникова 30 патрон, емкость магазина для снайперской винтовки Драгунова 10 патрон и емкость магазина для пистолета Макарова 8 патрон. Сейчас магазин автомата и СВД разрядить и по моей команде приступить к снаряжению магазина. Снаряжению магазина приступить. Магазин снаряжен. Значит, основной ошибкой снаряжающего магазин, в частности для автомата Калашникова, явилась следующая ошибка. При досылании патрона уже в самом магазине большой палец левой руки не производит до конца досылку патрона, что в дальнейшем приводит к перекосу и к задержке снаряжения. Это происходит примерно так. Обрез пули не заходит за габариты вот этого участка, где находиться должны патроны. И следующий патрон, который мы снаряжаем, он перекашивается. Это может привести либо к задержке при снаряжении, либо к выворачиванию пули из самой гильзы. Поэтому в обязательном порядке необходимо досылать большим пальцем до конца патрон в магазине.